приехали в Абу-Даби. Вообще столько приключений у нас сегодня. Представляете, ввели новые правила и из города в город. Мы не могли просто так проехать, нужно было сделать... Доехать нужно еще не просто доехать, а еще и доплыть на лодочке. Вот. Симба в восторге, что у нас такие приключения сегодня. Вот, и наконец-то мы добрались до ужина. И знаете, у нас такой прекрасный, милый отель. Называется он Зая. Симбуль, ты готова рассказать, как мы сегодня путешествовали? Да. Давай. Просто там было крутой склон, я видела в окне. Так. И там была такая горка, которую я слышала во сне. Мне папа рассказывал. Ну, Света, конечно, не слышала это. Но я помню, как мы с ним катались. Это было очень было красиво. Но почти, ребята, мне надо покушать. И там... А ты попозже вернешься, да? Да, покушаешь? Я покушаю, вот когда сниму видео.